Всех приветствую на канале Инкам, меня зовут Вадим, и сегодня я вам расскажу, как перевести свои средства с биржи Binance на кошелек MetaMask. Все делается очень просто, сейчас я вам все покажу, расскажу. Переходим на биржу Binance, наводим курсор на кошелек, нажимаем «Обзор кошелька», далее здесь кликаем «Основной аккаунт», и давайте для примера выберем монетку Кардана. Нажимаем вывод. Итак, здесь он требует адрес кошелька MetaMask. Возвращаемся в MetaMask, копируем ссылку нашего кошелька, вставляем и видим, что сеть Binance Smart Chain Web20 он определил уже автоматически. На всякий случай я вам покажу, как удостовериться, что сеть выбрана правильно. Переходим на bscan.com, вводим монетку Cardano. Вот она. И смотрим. Сеть BEP20. Все правильно. Возвращаемся на Binance. Минимальная сумма вывода 0.38, включая комиссию 0.19. Давайте для примера выведем 10 монеток Кардана. Нажимаем вывод, подтверждаем, соглашаемся со всеми условиями, продолжить. Здесь подтверждаем все свои кода. Отправляем. Завершить. Спустившись чуть ниже, мы видим, что статус в процессе. Как правило, они пишут, что зачисление происходит в течение 5 минут, но по моей практике это происходит гораздо быстрее, где-то в течение минуты вы уже получаете свои средства на вашем кошельке. Обновляя страницу, вы можете увидеть, как процесс этот двигается. Вот, 4 из 15. Итак, процесс завершен. Возвращаемся на свой кошелек MetaMask. Обновляем страничку. Видим, что монетки Кардана нету. А все потому, что я забыл добавить контракт в кошелек MetaMask с монетой Кардана. Но ничего страшного. Возвращаемся на BSCAN. Копируем адрес контракта. Нажимаем в нашем кошельке MetaMask Import Tokens. Вставляем контракт. Добавляем контракт. И видим, что вот наша монета ADA 981, за исключением 0.19 ADA за транзакцию, все поступило на наш кошелек MetaMask Import Tokens. Все. Наша монета Cardano на нашем кошельке MetaMask. Все, как вы видите, очень просто. Наша монетка на сети Binance Smart Chain. Поэтому, если вы переключитесь на Ethereum, вашей монеты здесь не будет. И если вы заметили, когда мы переключались между сетями, наш номер кошелька оставался неизменным. Все верно, он единый для всех сетей. Возвращаемся на Binance Smart Chain. И давайте теперь разберем такой момент, как отправить Cardano обратно на Binance Smart Chain. Нажимаем «Отправить ADA». Возвращаемся на Binance. Опять кликаем по кошельку «Основной аккаунт». И теперь вместо «Вывод» нажимаем «Ввод». Выбираем сеть. Мы уже знаем, что это сеть Binance Smart Chain BEP20. Копируем адрес. Возвращаемся в MetaMask. Вставляем его сюда. И здесь выбираем сумму, которую мы хотим перевести. Я выберу максимальную. Нажимаем «Далее». Подтверждаем. И видим, что транзакция прошла успешно. Еще один важный момент, который нужно подметить. Чтобы переводить с кошелька MetaMask в сети Binance Smart Chain, вам необходимо иметь монету Binance, то есть монету BNB. Без нее вы не сможете отправить свои средства обратно. Вы можете отправить на свой кошелек MetaMask минимальную сумму монету BNB, и этого будет достаточно, так как за транзакцию на сети Binance Smart Chain берут сущие копейки.
в отличие от того же Ethereum. Чтобы проверить все наши вводы и выводы, возвращаемся на Binance, кликаем также по кошельку, спускаемся чуть ниже и кликаем «История транзакций». Это то, что мы переводили с кошелька MetaMask обратно на биржу Binance. Как посмотреть наши действия, когда мы переводили с биржи Binance на MetaMask кошелек? Кликаем сюда, выбираем вывод, и вот мы видим нашу транзакцию, которую мы переводили на кошелек MetaMask. Благодарю всех за просмотр данного видеоролика. Если оно было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорой встречи в новом видео.